тащил. Ну хотя у них там... Да какого хера, блять, тащи пушку! О-о-о, понимаю. Что это за ересь? Пиздец. Короче, беги. Надо было тягач нормально взять. Сау? Какой хера? Бежать, пацаны. Все накрылось тазиком алюминиевым, блять. Даже на медь не хватило. Так, ну, мелкашка есть хотя бы, допустим. А меня не штурмуют! Бас. Господи, какая ты медленная каракатица. Тупые мины, сука. Хорошо, что в Gates of Hell вроде бы мины немножко пофиксили. Теперь они хоть нормально закладываются. Хорошо. А ну иди сюда, сукин сын. Надо купить грузик. Сейчас копать будет. Оба! Ну бах. Блять, фосфор. Авиация, ахтунг-ахтунг. Ничего не ясно, все плохо. Парашютисты. Угу. Спасибо, Кэп. Ладно. Сваливаем, пока еще живы. Хорошее местечко будет. In position, move along. О, всех убили. Сросток, ты так и не ответил про дискоугольщиков. Так что мне отвечать-то не по этому поводу? Хрена ли они этим занимаются? Да, блин, нравится им это. Че ты еще хочешь меня ставить? Нахера! Нахера, блин, чем заниматься? Нахера нам нравится. Нахера нам нравится играть в какую-то там стратегию. Да, да. Не, ну просто. Ну, просто это выглядит как какое-то массовое помешательство женщинами. Хорош. Оу. Оу. А чё за склад броневичков? Слушай, шмальни вот по вот этому. Почему они все без людей, кстати? В смысле без людей? Потому что они взрывом снесло людей от этого. А, ну это моя работа. Стыдно идти к мастеру и опять колупать вам мозги своими формулировками. Братан, я... Ой, блин, а как меня убили? Я когда показывал комп, я, наверное, 5 или 6 конфигураций как минимум сменил. Пока выбрал то, что мне нужно. И по цене там, и сумма менялась, доступная мне.
в большую сторону, что радует. Ну, приходилось пересобирать на новый, так сказать, идеальный вариант сборки. И вообще. Так что дрочить чуваков по поводу того, мол, что мне нужно другое, это норма. Еще и возврат можешь потребовать за, ну, старого переходника. Я помню, когда ставил себе оперативную память на старый комп, там у меня было 2 гигабайта. Ну, это был у меня Dual Core, там затычка офисная, даже без вентиляторика. Не, был вентиляторик минимальный. Ну, все щехи. Они с танковый пулемет тянут? Блять, чего? И я себе купил 8 ГБ ОЗУ. Было у меня 2 до этого. В итоге эта хрень тупо не подошла, потому что у меня... Блять, 2 танковых пулемета. Господи, что это за стратегия? Потому что у меня... Ну, просто материнская плата не поддерживала такой жесткий... Такую жесткую герцовку. Там было что-то 1333 МГц, а у меня принимало минимум, ой, максимум 1080, что-то такое. При том, что на рынке, ну, этих оперативных памятей был минимально 1333, выше нельзя было купить, ой, ниже. А на рынке вторичных нельзя было купить выше DDR2, то есть DDR3 тогда еще не продавали на... рынке. А мне нужен был DDR3 низкой частоты, и это просто был кошмар. В итоге я все-таки нашел планочку на 4 гигабайта одну. Ну, мне хватило с головой. Ебать, у меня там, конечно, мины поразведывали. Вот гады. Эй, вылетел. Че? А че зависло все хуя? А, фу! Не. Видеосайтинг супал. Понимаю. У меня-то? Прикольно. Че еще расскажешь? А! Че ты опять что-то там разъебал? Супер першин. Каким образом? Прямое попадание 150 миллиметров снаряда в лоб. Это ты с чего это? А, брумбаром стреляешь? Причём оперативную память не хотели возвращать, ну, то есть принимать возврат, потому что там дня 2 прошло. Сказали, мол, она была уже использована, контакт поцарапан, ну, потому что я ее вставлял. Ну там было, ну может да, действительно, 1-2 потертости. Обычное же дело. Блять, мне нужно... Блин. Не знаю, покупать Opel Blitz с снарядами, ладно, куплю просто Heavy Ammunition. Кстати, как думаешь, GTX 1030 и 4 ГБ ОЗУ потянет ROVS без лагов? Ну, блять, ну 6 гектаров бы ОЗУ не помешал бы, а не 4. А так, ну, вроде норм, процессор нужно смотреть. Что я могу сказать? Быстрее, мразь, где ты там шляешься? Блять, а чё ты сюда это? Граната есть. 8 метров? Ты серьезно, блять? Я надеюсь, это тротил. Блять, ну... Сукины дети, задержку знают. Можно было бы и поближе подойти, но хуй бы с вами. Что-то не получилось. Бля, что-то мне больно. Я помню, в этот дот садил пак 40. Было весело. Я немножко бесполезен. Ты иду... А,
он просто решил не, не заряжаться. Понимаю. Почему бы и нет? На правом фланге вот-вот прорыв будет. На правом фланге вот-вот прорыв будет. Ага. Да у тебя уже прорыв! Ага. Ну как сказать, у меня следующая линия. У меня ПАК-40 живое, ПАК-43 живая, там разок фугас зарядил. Как ей запретить фугас заряжать? Мелкашки Мардер, Хуярдер, им можно пострелять, так им разрешаю. У меня Штурмтигр как раз 16 очей стоит, у меня 16 очей и есть. Я согласен. Блять, там какие-то злые мудилы на горизонте едут. О, блять, это хрень с ракетками. Гаденыш. Господи, как вы задолбали гудеть своей авиацией. Оу! Ах, блять, машинка! Гадина! Машинки вроде дистанция 180. Блять, реально не ожидал, что такое у меня вообще случится. Боезапас кончился! Что, серьезно? Блин, ладно, ходи, пустим. Мне нужен хоть какой-то наблюдатель. Как ты это сделал? Это машинка всего лишь. Ты, а как ты по машинку? Что? Ты что, реально этой херней выезжаешь? Слушай, вот тебе цель поинтересней. Бля, да что это за армия? А, это минометы. Слушай, это минометные машинки. Вот что это такое. Трехдюймовые или что это? Блин, надо было все-таки сюда сажать кого-то. Был бы весь. ПАК-40 сюда засадить какую-нибудь. А сейчас, сука, это был твой последний выстрел! Штурмтигр? О, у тебя тоже. А сейчас таймер на него прошел или еще? Потому что я просто за него вспомнил и решил купить. Видимо, на него таймер кончился, или как? ПАК-38.
Да ё-моё. Еще одну супругу? Эль Страсяниус. Чё? Это была еще одна супруга? К сожалению, промах. Я мертвого убил. Не дострелил. Оу, май. И правда еще одна супра. Может, вы поможете и свою линию отвоюете? Ничего. Ну наконец-то эта срань сдохла. Мы же в обороне, нам нельзя штурмовать. И что? Стратегическое преимущество есть, надо удерживать. Не пропустим их на берег! Чего? Так берег же, это их территория. Куда их не пропускать-то? Выбьем их с берега! Выпить свои таблетки. Но я не пью таблетки. Ну вот-вот. Цель? Ты тупой, что ли? Ну иди сюда. А, блин, меня бойца убили. Как так? Ты чё, тупорыл ему дело? Так вот, блядь, ну что ж с вами делать-то? Кажется, меня активно пытаются разобрать. А, ебануться! Ну, помри-ка. Вроде готово. Оу, май! Ничего себе там было. Что? На 5-сантиметровку уже окупилась. Ты все мои мины подорвал, разведан. Нормально. И все его танки, всю пехоту. Да. Если бы еще вот эта хрень подожгла бы соседа, было бы весело. У них, кстати, опять все эти штуковины ничейные, их опять выбило экипаж. Это идеальное время, чтобы заехать внутрь бункера. Ну-ка. Ну-ка. Давай-ка. Эбаться скорее. Опять один член? Да когда ж ты подыхать-то успеваешь? А-а-а! Ты шо робишь? Это сейчас обратно. Я тут Тирпина уничтожил в бок, смотри. Кого, блядь? А, машинку. Нет, не машинку, его Шерман Тирплик. А, ну, да, я это имел в виду. И 3 минометные штуки уничтожил. Чего, блядь? Ты в целом можешь суициднуться так-то. И подорвать там все к херам. Попутно выложив БК с себя. Что такое? Амре попал мне в лоб, но не убил.
Когда твой робс очень реализм. А ну-ка посмотрим. Блин, не синий. Ну чё, у Венов хватит? Хватит. Так, а я не понял, чё пушки молчат? Ты ж, блядь, достаёшь, ублюдок. Вот так вот. Что я заметил, боты на максимальную дистанцию не стреляют, они стреляют где-то процентов на 5 или на 10 ближе. И когда ты им приказываешь, они тоже пытаются доехать на 5 или 10 процентов ближе своей максимальной дистанции. Это обидно. Кажется, я своего довел. Я ему Шермана в Рэ... Ну, тьфу, я его Черчилля в Рэ уничтожил. Ну, вообще, ты моего довел. Но он был на моем фланге, на центре. Где? Чё он делал у меня? Короче, бой next door ушел в next door. Совсем next door? Смотри, парашютисты спрыгнули. Наконец-то этот гул затих. Всего-то понадобилось, чтобы человек вышел. А что, тотальная доминация? Вы свои позиции сдали, я нет. Ну, я просто вложился в пакт. И мин. Поэтому у меня мало оставалось пехоты, да я не особо хотел держать саму высоту, а ну, типа не давать их дальше выходить, потому что неудобно там с ними доезжать. Я наконец своего довел на центре. Я даже штурмтигром ни разу не выстрелил. Но у меня остался неиспользованным козырем. Супрой наступает! Супрой наступает на меня! Хана на гусли. Нет, он починил ее. О, вот чего мне не хватало в этой жизни, так это Flame Panther. Я Flame Panther вообще не использовал. Мне денег мне вроде не было. Я на что-то другое потратил. Но Flame Panther мне приходился. Самое мерзкое, что. Играй за край карты. Самое мерзкое, что эти радисты, не радисты, эти майн-эксперты, саперы, во, саперы, они мины светят, и после того, как засветили, они умирают, и не взрываются, это печально. Есть да, это не так должно работать. То, что засветили мину... это не так, то есть, когда пехота пробегает по противотанковым минам, она его, их обнаружит, на противопехотках до. То есть она их не может обнаружить. Но если она обнаружила, это еще не значит, что они обезврежены. Вот нужно подъехать грузовиком и разминировать. То есть ты их видишь, но все равно они взрывоопасны. Полностью взрывоопасны. Все прикольно. Мы, кстати, в Блицкрие нашли одну очень интересную карту для борьбы один на один. Ну, именно в ГЗМ. Так, ну и что, может будем выходить из этой карты? Как считаешь? Да не, доминируем, еще. Во, все, першик уничтожил. Еще один. Чем? Фолькштурмом. А, из Панзерфауста. Ну знаешь, как бывает, куча гранцев пошли уничтожить вражеские танки.
Там еще много кого на самом-то деле. Просто. Еще танк, блин! Типлип ко мне пожаловал! Там еще один штурм-тигр. Ой, там еще один бразок, в общем. Там еще один перш. Сейчас как раз, да, его по нему долбану. Вы сдали свои берега! Я не сдал! Мне больше нравится чуть-чуть отступить. И не держаться за самый краешек. Потому что если ты держишься за самый краешек, по тебе со всего низа смогут стрелять. Если ты отойдешь метров на 50, то им придется зайти наверх, чтобы стрелять. А у тебя уже в это время весь фронт может стрелять. It is at this moment. The fucking noob. He fucked up. Кто выстрелит? Чё ты не стреляешь-то? Хочешь стрелять? А, даран! Стреляй! Right now! Стреляй, сука! Отдай приказ боту. Ах так, сука, на тебе! Постреляй, сука! Да не стреляй там почему? Да блядь! Ой, блядь. А если так? Да стреляй, сука! Во! Всё! Не стреляет вообще, блин! Как тебе такое, а? Блять, вроде был какой-то мем по этому поводу. Как тебе такое? Илон Маск. А, да, точно, господи, как это было. Ну блин, таран штурм-тигром, это, конечно, круто, да? Да. Не в каждом бою такое увидишь. Да, такой наркоманий поискать надо. Ну чё, выходим? Вся вражеская линия, а ну, мы отбились. Мы уничтожили все танки, точнее, я уничтожил. Ну да, тут, конечно, у тебя больше фрагов. Потому что с меня еще сняли за то, что я убил сам себя. Понимаю. Ну что, выходишь? Да, я сейчас просто сжигаю тут. И где ты, мой маленький, милый дружок? Как Палпатин, блин. Кстати, я тут один мем хороший видел, мне запомнился. Когда добираешься до фисташки, проломив несколько своих ногтей, и наконец видишь зеленую головку и восклицаешь: «Я так долго ждал этой встречи, мой маленький зеленый друг!» Дружок. Я типа недавно пересматривал этот бой в третьей части, а там параллельно еще с этим с Йодой бодался Палпатиныч. Как-то оно так заметилось мне в памяти. Так. Ну что, теперь за штурм? Штурм-тигр всего лишь навсего 176% эффективности, а штук 826. СПС за игру. Пожалуйста. Кто бы ты ни был. В чате дописали.